Вот был жилищник и управа района поступило предложение о проведении мероприятия в 2024 году по социально-экономическому развитию района Москва-Чесогорова на сумму 6 599 592 рубля 8 копеек. Согласно приложению, будут проводиться работы на 34 объектах. Работы разные, от закупки и замены светильников, герметизация швов, замена оконных блоков, замена дверей мусорокамеры, входных групп, входной двери в подъезд. Вот, то есть, еще раз, 34 дома, соответственно, входят в эти мероприятия. Поэтому предлагаю данные мероприятия поддержать и голосовать за них. Уважаемые депутаты, у нас сегодня присутствует на заседании заместитель директора ГБУ «Жилищник» Комаров Илья Александрович. Илья Александрович, есть ли вопросы к Илье Александровичу? Пожалуйста. Я правильно понимаю, вот вы адреса подавали с учетом вот тех обращений и жалоб наших жителей, да, как бы анализировать эти письма? Ну, например, вот по замене оконных блоков, это кандидируется к 18 корпус 5, там жители обращались, чтобы восстановить остекление проекта, которое было с левой стороны от входной группы. Плюс также по замене светильника. На светильники мы приравняли к ремонту подъезда, который запланирован на следующий год. То есть хотим и сразу и поменять там светодиодные светильники, то есть убрать старые светильные приборы и поставить светодиоды. Ну и также по дверям тоже есть уже, которые исчерпали свой ресурс, так скажем, уже не пригодны ремонтно. И также есть небольшие обращения. Пока на другом. Я правильно понимаю, что вы про торговые процедуры? Ну, торговаться, да? Конкурс был? Да. Сами не будете? Нет, кроме закупки, будем сами силами менять светильники. А в среднем у вас какой-то по опыту процент снижения какого? Всегда разные, но да, по замене дверей в этом году было, по-моему, 10%. То есть есть вероятность того, что от этой суммы какие-то денежки остаются? Да, конечно.